Важная новость для родителей дошкольников Сыктывкара. Теперь при внесении оплаты за детсад банковскую комиссию можно не платить. Протест на порядок, действовавший в муниципалитете с 2016 года, вынесла прокуратура. Камнем преткновения стало постановление градоначальника, которое регулирует стоимость услуг по присмотру и уходу за детьми. Пункт 7 документа, который регламентировал порядок, прежде не оставлял людям выбора, фактически вынуждая вместе с платой по тарифу покрывать и расходы банков, которые выступали посредниками. Жители усомнились в законности существующих комиссий, и как результат – важная поправка. Список кредитных организаций, которые будут принимать оплату без взимания вознаграждения за перевод средств, отныне должны указываться в самой квитанции на оплату. Мэрия с этим после реакции надзорных органов не могла не согласиться.